Я помню, как плохо мы отнеслись к первому потоку, который приехал из Азербайджана, нашим бакинским армянам. Они плохо говорили по-армянски, они были немножко другие. И мы настолько плохо отнеслись, что они просто тут не остались, они все уехали. Потому что мы быдло, понимаете? Потому что быдло, оно и в Африке быдло. Оно не понимает, что такой интеллигентный человек. Оно не понимает, что это специалист, что человек нужен твоему обществу. И что даже если он немножко не такой, это не значит, что он хуже тебя.